Здравствуй, робот. Сегодня я тебе расскажу, как я увеличил электричество, которое получил из простой воды. Сначала папа мне понес измеритель вольт с проводами. Я соединил красный с желтым. Папа соединил красный с желтым, а я соединил черный с черным. Потом я окунул медную и цинковую пластину в стакан с водой. Потом появилось много электричества. Но когда я насыпал соли, электричество стало больше, да много. Пока, робот. Сейчас я тебе все это рассказал, как я увеличил электричество из простой воды.